Значит, мы делаем сегодня продолжение эксперимента. Цепанула меня эта тема. Мы пришли к воде. Это речка Резекна. Речка Резекна. Замечательная речка. Измеряем здесь уровень. Я фигею, дорогая редакция. Жесткость воды в речке мягче, чем... Как это показать? Во! Мы видим, что дома у меня было 280, а в речке 214. Да. Ну вот вам и пожалуйста. То есть, этим что мы можем доказать? Что вода со скважины жестче, чем вода с речки. А водозабор у нас со скважины. Конечно, это не значит, что вода из скважины грязнее речной. Она просто жестче. Вот и все.